Всем привет, и сегодня будем с вами говорить о пляжном отдыхе в Греции. А точнее, я вам приведу, так сказать, свой рейтинг пляжей в Греции. Точнее, я не буду ставить все перечисленные мною пляжи по каким-то местам, там первое, второе или третье, потому что, ну, это просто-напросто невозможно, все они прекрасны, и каждый для себя найдет что-то уникальное в совершенно разных местах. Но я все-таки нашла способ, как их разделить на некую категорию, и это будет касаться именно моего личного выбора, моих критерий, на что я обращаю внимание при выборе пляжного отдыха в Греции, что меня больше там привлекает, и, соответственно, я рассказывать буду о тех местах, в которых мне уже удалось побывать. Но и вы также не забывайте, пишите свои рекомендации по поводу тех мест, где можно прекрасно отдохнуть и насладиться пляжем, морем на территории Греции. И начну я со своего любимого острова. Как ни крути, в пляжном отдыхе я бы его выбрала однозначно для проведения даже половины лета. И это остров Элафонисос. Если вам так же, как и мне, нравится мелкий нежный песочек, не очень глубокое побережье, по крайней мере, не резкое, то вам на пляжи острова Элафонисос. Известный пляж Симос славится на весь мир своим лазурным побережьем. Его даже называют Карибами Греции или греческими Карибами. Большая часть пляжей на этом острове, она песочная, что безопасно в плане того, что не будет морских ежиков. Допустим, кто с детками, это очень даже безопасно. Я на это всегда обращаю внимание. Также меня привлекает компактность острова. Нет толп туристов, все заезжают сюда ненадолго, потому что, ну, делать там больно-то и нечего, как посмотреть его за пару часов и уехать снова в красивое путешествие по побережьям страны. Поэтому, помимо различных апартаментов и гостиниц, там присутствует кемпинг, куда можно заехать на своей машине с палатками, да, на пару дней уж. Это точно возможно, даже с детьми это будет очень интересно. Находится он как раз недалеко от пляжа Симос, от основного пляжа, так скажем. То есть, ну, этим и пользуются туристы, чтобы перекантоваться пару-тройку дней и уехать путешествовать дальше. И пляжи также там не заполнены полностью лежаками, зонтами, и для нас это большой плюс, потому что обычно у нас все с собой. То есть благодаря этому отдых на пляже не будет перебивать шумная музыка из бич-баров, потому что их там и нет, либо они очень даже удалены от самой береговой линии. Вот кому-то это может показаться не совсем удобно, но Элафонисос – это место, куда вы едете, так сказать, совсем своим, своими лежаками, зонтами, потому что можно переезжать на разные пляжи. Большинство из них, все они песочные, длинная береговая линия и вообще широкие. И так как все пляжи расположены относительно недалеко от всех этих апартаментов и гостиниц, это тоже очень удобно. Да, я сейчас буду говорить именно о частном туризме, да, а не о массовом, то есть там нет таких гостиниц, где все включено, где первая береговая линия, да, все переполнено туристами. И нет, я немножко не об этом. С таким видом пляжного отдыха, именно массового туризма, я не знакома. Единственный минус этого острова Элафонисос – это то, что когда там дует сильный ветер, и весь этот песочек мелкий летит просто со всех сторон, залетает везде, где только можно, и при ветреной погоде достаточно неприятно находиться на пляже, это я точно могу сказать, благо это не такое частое явление на острове, но просто чтобы вы были в курсе. И видео об этом прекрасном острове вы можете найти здесь вот в подсказке, либо в описании под этим роликом. И также от себя добавлю, допустим, если оставаться на острове Элафонисос, на какой-то больший промежуток, нежели 2-3 дня. То есть мы там вообще жили, по-моему, 20-25 дней, и нам этот остров совершенно не надоел. Но в этот период вашего отдыха на острове можно также сгонять на материк, на такое прекрасное место, как регион Мессиния. По-моему, часа полтора или два нужно будет туда добираться от этого острова. Посмотреть на замечательный пляж Войдокилья, именно на его интересную такую форму. Также сам регион Мессиния славится, скажем так, своим люксовым отдыхом, гольф-клубом, конечно же, богатой историей.
и немножечко мессинии есть у меня в моем влоге. Здесь вот подсказка, либо в описании под этим видео. Также совсем по пути будет городок Гифио, где также, заезжая или объезжая этот городок, можно увидеть замечательные пейзажи, пляжи. Один из них такой, знаменитый по своей картинке, пляж Валтаки. Там находится такой корабль, уже заброшенный, прямо на берегу. Возможно, кому-то и понравится также этот пляж, так как у него длинная береговая линия. Но мне он понравился сверху. Именно как все это интересно выглядит с корабликом, выброшенным на берег. Далее перейдем к Халкидикам. Также безумно люблю этот полуостров. А именно мне по душе средняя ножка Халкидиков. Регион Ситония, в котором расположен такой замечательный пляж, как Тарони. Не знаю почему, но именно к этому пляжу у меня самые теплые воспоминания. Хотя я знаю, наши туристы, соотечественники очень любят этот полуостров, и многие его объезжают не один раз. Уверена, у всех свои любимые места. Но я именно зацепилась к этому пляжу, и меня он уже привлекает не совсем песочком, так как там такой мелкий-мелкий гравий. Это очень удобно в отдыхе с детьми, когда песком не будут переполнены уши, рот и все на свете, а можно просто стряхнуть этот мелкий гравий. В принципе, он там очень легко отлетает. Это чистое море, это очень уютные бич-бары и таверны на своем побережье. Синее-синее море, но достаточно резкая глубина. Хотя, если походить, можно найти не такой резкий спуск, но все же, если вы с детишками, будьте осторожны. А кому нравится дайвинг, для них, я думаю, это самое прекрасное место, потому что, ну и вообще людей, которым нравится понырять, которым не нравится мелководье, чтобы прям наслаждаться плаванием совершенно недалеко от берега, чтобы не идти далеко-далеко за десятки метров для ныряния. И когда мы жили на этом полуострове, мне именно нравилось посещать этот пляж. Но, как я уже сказала, полуостров располагает многочисленными пляжами на любой вкус и цвет. Еще один могу там отметить, это пляж Сарти, где можно найти не только песочные места, но также и каменистые побережья, что будет очень красиво, интересно для посиделок у моря. И, как по мне, если уж поселяться на острове Халкидики, то я бы выбрала что-то из этих мест, либо Тарони, либо недалеко от пляжа Сарти. Так как для меня очень важно найти уютное место для проживания, да, чтобы не дергаться каждый день в порыве поиска идеального пляжа, чтобы все это было под рукой. А потратить, так скажем, лишнее время на остров Тасос, допустим, который находится там, ну, не сказать, что не совсем далеко, но однозначно отдыхая в тех местах, будет удобнее его посетить, нежели проживая где-то в другом месте. И Тасос, я знаю, славится своим мраморным пляжем, у меня мечта там побывать. Видела фотографии, это просто что-то нереальное. Но я бы туда отправилась не в летний сезон, не в сезон, когда много туристов, где-то поздней весной или ранней осенью, скажем. Люблю наслаждаться красотами островов в таком гордом одиночестве. Ну или не совсем в одиночестве, но чтобы все это более-менее выглядело так, ну, слегка безлюдно. Теперь обсудим Эонийские острова, ну именно те, на которых мне удалось побывать. Это Кефалония, это Левкада и Закинтус. На других островах Эонийского моря я пока не бывала. В частности, остров Корфу Керкера меня очень привлекает. Надеюсь, в скором времени удастся его посетить. Так вот, если вы, как и я, любите спокойный, тихий, семейный отдых, поменьше молодежных тусовок в виде бич-баров и громкой музыки на пляже, то выбирайте между Кефалонией и Левкадой. Расскажу, во-первых, чем меня манит остров Кефалония. Во-первых, своим разнообразием рельефа. Здесь вон и высоченные горы более 1500 метров. Богатая растительность. Вот чем мне нравятся Эонийские острова, так это то, что они отличаются именно своей растительностью и выглядят в целом более зелеными, нежели острова Эгейского моря. Так вот, из всех Эонийских островов остров Кефалония по своим лесным массивам превосходит другие соседние острова. Также лазурные побережья с нависшими утесами, как пляж Миртос. Это визитная карточка острова Кефалония, где властвуют сильные, мощные волны, оставляя десятки метров морской пены на побережье. Это довольно-таки экзотичное место, но я бы не сказала, что с детьми вы там
полностью насладитесь пляжным отдыхом, потому что резкая глубина, из-за которой и образуются эти мощные постоянные волны, то есть это не совсем безопасно, если только поплескаться в морской пене или ловить сами волны уже где-то поближе к берегу. Но также эти волны приносят за собой камни, которые очень сильно бьют по ногам. В общем, здесь это наслаждаться видами и мощью всей природной красоты этого места. Но благо остров Кефалония богат и другими прекрасными пляжами. Но мы с моей семьей ни разу там не купались, потому что мы были там где-то в середине весны и наслаждались как раз-таки рельефами этого острова в сочетании с потрясающими пейзажами. Поэтому что-то советовать конкретное я вам не смогу, но могу предположить, что вот, допустим, такой пляж, как Макрис Ялос, он расположен в городе Аргостоле, который является столицей этого острова. Такой организованный пляж, где туристы хотят хорошо отдохнуть, в принципе, это очень удобно. Достаточно интерактивный пляж, как я вижу по его описанию. Знаменитый пляж Анди Самус, на котором даже снимали голливудский фильм, прекрасен своим цветом, своими белыми круглыми камушками. Но, сами понимаете, лежать на этих камнях подолгу, загорать и тем более выходить из моря, ступая на них, будет не совсем приятно. Здесь также только наслаждаться природой и ее завораживающей красотой. И такой пляж, естественно, будет свободен от толп туристов. Вроде как есть там возможность найти лежак и зонт, но не в таком большом количестве, да? Интересный дикий пляж мне понравился, который называется Платия Амос. Он такой достаточно дикий, с нависшими утесами. Я вот не знаю, будут ли там лежаки или и зонты, но в плане спокойных посиделок на пляже, такое достаточно безлюдное место. Для любителей дайвинг подойдет, потому что здесь достаточно глубоко. Но с детишками его не рекомендуют, потому что очень резкая глубина. В общем, я не буду перечислять все пляжи Кефалонии. Нет в этом смысла, я думаю. Я перечислила самые такие известные. Просто знайте, приезжая на этот остров, спрашивайте у своего отеля о приближенности того или иного пляжа, где можно безопасно отдохнуть и купаться с детьми. Конечно же, вы будете ездить по всему острову, будете находить какие-то уютные места, потому что я не думаю, что настолько близко там будут расположены гостиницы к береговой линии, так как остров такой обрывистый, где преобладают скалы, и самые такие интересные уединенные места находятся именно между этими скалами. Если у вас есть на примете какие-то места, в частности, пляжи острова Кефалония, там, где вы проживали, и вам очень понравилось, это было удобно в плане пляжного отдыха, то обязательно напишите об этом в комментариях. И любимая моя Левкада всего лишь в часе пути на пароме от острова Кефалония. Также вас встретит белоснежными утесами, невероятно лазурными побережьями, пляж Порто Кацики, как визитная карточка острова, ну и другие побережья будут радовать вас своими лазурными цветами и своей протяженностью. И что я могу сказать про пляж Порто Кацики? То, что так как здесь сильные волны и резкая глубина, и также преобладают камушки на пляже, это будет не совсем удобно для детишек и для тех, кто опасается, так скажем, в таких экстремальных условиях плавать. То для купания, конечно, выбирайте другие пляжи. И опять они все в основном оторваны от населенных пунктов, то есть по возможности все необходимое лучше брать с собой, хотя летом достаточно хорошо организовывают все эти пляжи Левкады, несмотря на то, что они так оторваны от населенных пунктов. Там можно найти и воду, какой-то перекус, какие-то напитки, но все же мини-переносной холодильник, много воды, раскладные лежаки и зонт будут вашими друзьями, потому что благодаря этому можно прекрасно уединиться и даже затеряться на просторах великолепных побережья Левкады. И если вы ищете более шумного отдыха, если с компанией молодых людей, то могу посоветовать вам остров Закинтос. Тусовок там, ночных баров, клубов навалом. Атмосфера такая, стоит день и ночь с громкой музыкой. Утро пораньше все это начинается, квадроциклы разъезжают туда-сюда, то есть такой транспорт в основном выбирает та же молодежь. Это бюджетно, но в то же время экстремально для них, любителей адреналина. Но даже на Закинтосе мы нашли по
полюбившийся нам пляж, который называется Banana Beach. Надеюсь, он называется и сейчас также, так как мы там были достаточно давно, лет 7 назад. И этот пляж местами очень хорошо организован. Матрасы, лежаки, кофе-бары совсем недалеко от берега. Есть водный спорт, не глубоко, что привлекает меня в плане отдыха с детьми. Вообще за час можно объехать весь остров, и очень легко заметить, что часть острова, она такая достаточно скалистая. То есть там реально такие обрывы. И под одним из таких обрывов находится знаменитый пляж Навайо, также с выброшенным на берег корабликом, на который вы сможете добраться только на лодочке, на каких-то катерах. По-моему, вот прошедшей осенью или даже поздним летом там произошло землетрясение, и обвалился этот пляж почти наполовину, даже пострадавшие есть. Но уже заявляли по новостям, что пляж снова открыт, принимайте своих гостей и туристов. Но добираться туда нужно около часа. Я в такие экстремальные места не лезу, мне достаточно было глянуть на это место сверху, с высоты, откуда вы, наверное, можете лицезреть фотографии, которыми пестрит интернет, особенно в летнее время. Но будьте осторожны, некоторые фотографии сделаны реально в экстремальных и очень опасных условиях. Что я не особо рекомендую семьям с детьми, так это поселяться у пляжа Лаганос, потому что сам пляж, как по мне, так вообще не очень. Какой-то притоптанный грязеобразный песок. И это также эпицентр молодежных тусовок. Хоть там расположено очень много гостиниц, апартаментов, возможно, и очень даже бюджетных, потому что именно массовый туризм сконцентрирован вот возле этого пляжа. Возможно, у меня такое впечатление осталось после того, как мы его посетили. Это был самый-самый пик сезона, середина или конец августа. И меня не очень привлекала эта мутная вода на этом побережье. Возможно, сыграла роль то, что все-таки в это время там очень много людей. И, конечно, сам август — это такой пик сезона, когда, мне кажется, пляжи и побережья уже устают от толп туристов. И представьте себе, все заходят в море, намазанные кремами, различными средствами, все это остается на поверхности, и волнами все это пригоняет к берегу. Действительно, это неприятно. Вот в конце августа, ну или даже в середине августа, я бы не стала посещать эти места, но, конечно, некоторым людям выбирать не приходится, как выпадет отпуск. Но, конечно, чтобы не испортилось впечатление, я рекомендую посещать такие места массового туризма или хотя бы в июле. Итак, плавно перейдем к островам Эгейского моря. Это архипелаги Додеканеса, архипелаг Кикладес, Спорадес и другие острова. Я не буду сейчас перечислять, какие острова куда относятся, я не все так хорошо помню наизусть, но перечислю некоторые на свой вкус, которые мне понравились так и для пляжного отдыха, так и для интерактивного времяпрепровождения. Первый в список войдут, конечно, это остров Родос и Крит. И попадают они сюда именно по своей протяженности. И, во-первых, это самые большие острова Эгейского моря, а значит, вполне разнообразны. Родос нам еще не удалось посетить полностью, только его историческую часть и основной порт. И для семейного отдыха с детишками, конечно, будет интересно. На Родосе, когда, устав от бесконечных пляжей, можно пойти в аквапарк. Там очень замечательный аквапарк. Какие-то интересные музеи, не только исторические и археологические. Ну, то есть можно найти такие места, где детишкам не будет скучно. И также касается острова Крит. На Крите мы еще не были. Это в планах. Хотя не рвусь туда прям так сильно, потому что, ну, что нас там может уже удивить? Хотя нет, есть одно место. Это пляж Элафониси. Такое созвучное название с островом Элафонисос, о котором я говорила в самом начале. Это необычные цвета моря у берега, и сам пляж такой порой кажется с розоватым отливом. То есть такое сказочно очень выглядит на фотографиях. В общем, если выбирать из Эгейских островов для длительного пребывания, наверное, вот эти два острова я бы выбрала, Родос или Крит. Еще один остров для такого размеренного отдыха – это остров Эвия. Я бы сюда его отнесла. Во-первых,
Большой плюс – приближенность к материку. То есть ваш выбор осмотра страны становится более широким. Не только его островная часть, но и материковая к вашим услугам. Два в одном, можно сказать. На Эве чистейшие пляжи, именно водичка, само море, великолепная растительность, разнообразие ландшафта и необычных мест, как термальные источники, допустим. Хотя не думаю, что летом они будут актуальны. Кстати, у меня есть небольшой видеоролик о таких источниках на острове Эвия, который вы найдете по ссылке под видео или вот здесь вот подсказка. Также озера, красочные деревушки необычные, ущелья. По поводу пляжей, самый мне полюбившийся – это пляж Хиляту, который мы за лето посещаем очень часто. Он в большей степени такой дикий, совсем небольшой кусочек оснащен лежаками, но по своей красоте он меня все равно больше привлекает, нежели какие-то другие остальные. Есть пляж Муртери, похож по мелкому гравию, который на берегу, и своей протяженностью. Это больше подойдет для любителей кемпинга, потому что но он вообще не людный, там очень мало домов, и находится немножко дальше, где-то на краю острова. Также советую вам кусочек Эвии, это Неастира. Более такое организованное местечко для комфортного пляжного отдыха. Здесь есть и бары, и кафе, все в шаговой доступности. Для любителей тусовок и молодежных компаний, вечеринок, это острова Парос и Миконос. Я на них не была. И, честно говоря, когда я побывав на подобных по архитектуре островах, другие уже не совсем интересно смотреть. Здесь речь именно об архипелаге Кикладес, где острова более-менее между собой похожи. Здесь минимум растительности и присутствуют сопки с невысокими кустарниками. Сирус, Тинус, Наксус, например, даже интереснее взять такие однодневные туры по этим островам, так как они относительно недалеко друг от друга. Но задержаться на каком-нибудь из них подольше, например, на острове Наксус, так как это самый большой среди архипелага. И я знаю, что там достаточно широкий выбор местного островного хозяйства. Но вообще для просмотра, для такого, скажем, кикладского колорита, меня, конечно, больше интересует Миконос, потому что всем известны эти мельницы, которые там расположены, аист или пеликан, разгуливающий по этим узким улочкам. Но главное, не в пик сезона. Так как вы знаете, этот остров знаменит толерантностью, я бы в идеале выбрала для его посещения май или июнь. И остров Сантурини – это шедевр природы, обязательно в копилку для посещения. Красный пляж, черный пляж и даже белый. Ну, так чисто для галочки, наверное. Хотя для семейного отдыха с детьми подойдут такие длинные береговые линии пляжа Монолитус. Ну, так по безопасности еще более-менее, так как не резкая глубина, широкий берег и не совсем скалистый. В общем, Сантурини – это не совсем для семей с детьми, больше для семейных пар, свадебных и романтических путешествий, так как именно для пляжного отдыха этот остров не совсем подходит. Поэтому почти все гостиницы на Сантурини и даже какие-то апартаменты очень часто располагают бассейном для комфортного отдыха в жару. Особенно в населенных пунктах, которые расположены над обрывами, где нет выхода сразу к берегу на пляж. Ну, я очень надеюсь, что в скором времени я вам покажу красоты Сантурини еще разок в своем влоге. А пока оставлю ссылку на такой коротенький ролик о нашем семейном пребывании на этом острове. Еще один уникальный остров по своей красоте я могу вам посоветовать, это остров Милос. Я там еще не была, ничего не могу о нем рассказать. Если были вы, обязательно пишите свои впечатления. Вообще, в идеале Эгейские острова посещают либо на круизе, с помощью которого можно посмотреть несколько таких островов. Пишите в комментариях, где вы уже побывали, на каких пляжных курортах Греции. Возможно, я также для себя что-то подчеркну. Надеюсь, я вас не запутала еще больше. Я всего лишь хотела слегка вам помочь в вашем выборе пляжного отдыха. И спасибо за ваше внимание.